Всем привет, ребят! Ну что, настало время прохождения последней кошмарки. Это 7.10. Я ее еще не затащил. На 2 звезды проходил. Ну, сегодня постараюсь уже пройти на 3. В общем, у нас ничего не поменялось. Гарнизонный составчик. Такая вот тыковка. Бочка топовая. Ледяшка. Ангел. Так, сейчас мы сюда еще поставим снайпер и тритон. То есть такая пачка у меня, в принципе, пачка довольно-таки офигенная именно для подземок. Я уже показал, как все пройти подземки гарнизоном. У нас осталось только на 3 звезды зафармить самую последнюю. Можно будет расслабиться с подземками. Так, окей, стартуем с бочки. Ай-яй, потеряли мы тыковку. Ну, посмотрите, как офигенно героев сливает тритон. Нам нужно убить малышейников, потому что если мы одного хотя бы ника оставим, у нас просто всех сольет. Так, отлично, поехали опять. Попытка, где я взял 2 звезды, у меня получилось. Что у меня пару героев осталось, но уже просто не было кем бить. Ну вот видите, да, что делается. Сейчас у нас останутся ронины, к сожалению. Вот 18% остались просто ронины. Если бы ронинов не было, в принципе, мы бы сейчас налегке это все затащили. Сейчас будем мучиться. Вариантов у нас особо нет. Так, стартуем с бочки в этот раз. Маловато разгона вроде. Да, видите, не успели. Чуть-чуть не успели. Так, окей. Так, кто-то мы убрали. Поехали. Ну, опять. Чуть-чуть не хватает урона нам. Можно, в принципе, и стыковки начать. Сейчас попробуем стыковки начать. Все равно, блин, не хватает. Ладно, попробуем убрать снайпера, поставим пупчика.
где-то у меня шкатулка. И сделаем мажорного Купидона. Так, окей. Подземка, в принципе, несложная, особенно если тритон удачи с максимум разгона. Но сейчас пока побегаем именно пока так, чтобы у меня... Ай, видите, Ронина. Хороший разгончик был, но Ронины помешали. Ну, уже заметна разница. Сейчас попробуем стартануть с тыковки. Разница уже есть. Угу. Стартовые стыковки, которой нет. Хорошо, если попробуем такой вариант заморозить тупо Ронинов. Нули с бочки поставили. А, и что, тыква у нас не попала в щит? Ну, жесть. Блин, одного Ронина не добили, походу. И не только одного. Жесть. Мне кажется, это даже лучший вариант будет. Вот просто так отсюда начать и не париться сбоку. У нас будет на ком зависнуть. Поехали еще разок. Блин, ну как же так, как бочку так разнесли быстро? Ну. Ну а Ронинов кто убьет? Да, блин, ну вот посмотрите, блин, эти Ронины, это жесть. Вот так вот. Два Ронина осталось, у меня точно так же было в других вариантах. Все, железная воля у нас пропадает. Если тыковки нет, у нас просто тут сливают. Точнее, мы даже не успеваем. Так, мы пробуем. Блин, кто там? Еще разок.
Да блин, вроде ж успел быстрее, чем медуза. Запарили эти медузы уже. Все вечно испортят. Так, поехали. Ну, тыква, а что тыква стоит, блин? 3 секунды, у нее должен быть иммунитет. Аронинов кто убирать будет, блин? Запарили уже. Ну! Посмотрите на это западло. Остался у нас один Купидон. Ну, это нереально просто. Ну, думаю, вы видите, что Тритон это просто жесть. Анубис просто отдыхает. Ну блин, ну как они достают? Ну что за фигня? Ну, разгон, разгон, Тритон, давай, 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 Ронина, Рон. Да, блин, ну. Ну, все, наконец-то. Блин, тыквы у нас нет. Так, но зато у нас есть Цепелин. В принципе, думаю, должны затащить. Даже таким составом, плюс Феникс. Самое главное, чтобы Ангел давал вовремя подхил, потому что у нас Смотрителя нет. В принципе, я сотрю тут. Не особо сложно все. Ну, смотрим. Смогут ли они затащить? Они уже 9-е скиллы. Чисто питомцы остались. Может и нет. Думаю, наверное, нет. Надо все-таки тыковку. Пятьдесят 3%. И нету этого. Нужно было ледяху поставить. Тогда бы 100% затащили.
Да, у меня ледяха на этом. Эх, чуть-чуть. Да блин, ну как так? Ну тыква. Не успевал же. Эй, блин, чуть-чуть. Тут вопрос даже уже не урона, а вопрос, чтобы тыква выжила и Ронина вслить. Ну, разгон, 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 уходим от Ронинов. Так, ну что мы имеем? Ледяха живой, в принципе, все с Ледяхой, думаю, тут уже 100% должно быть. Башни нам уже не помеха будут, думаю, тут должны уже затащить. Я надеюсь. Смешно будет, если нет. Ну, герои уже станет не будут так. Хотя, блин, все равно я сотрю. Возможно, даже и нет. Так, минута осталась. Блин, ледяной где-то непонятно где лазит. Стрёмно, стрёмно. 40 секунд. Но 6,5 не успеет, наверное, скорее всего. Блять, еще и тотемы, твою ж мать. 7. Не успеют. Ну, последний 98%. Сука. Это эпик фейл. Жесть. Это просто жесть. Так, ладно, пробуем последний раз. 98% нервов не хватает. Так, тыква, живи.
Ну, тут уже, в принципе, все. Тыква, эй! Да, блин, да что это было? Не, ну тут уже должны они убить. Я надеюсь. Тут хоть и Купидона уже нет, пофиг. Но это будет смешно, если они опять не успеют. Блин, ну нету Феникса. Что за подстава-то, а? Это жесть. Так, ну в принципе башню мы разобьем, а вот таблетки. А вот таблетки вряд ли. Блин, там полные таблетки внизу. Жесть, короче. А блин, ну что такое? Чего они вечно первыми дохнут? Самое нужное им дохнуть самыми первыми. Вот что себе вообще все подохли? Что за фигня? Помой бочки. Да уж. Все, короче, бесит. То чувство, когда нервы сдали. Где-то? А ну беспреди.
Что это за фигня? Что это было? Что за побег тыквы? В общем, ребят, вот так вот. Такой вот трэш буду дальше пробовать. Пишите комменты. Это реально весело, забавно. Но буду все-таки пробовать пройти гарнизоном. Все, всем удачи, всем пока.